Жители района могут получить бесплатный билет на лыжную стрелу. Экспрессами в Орехово и Шапки уже воспользовались 200 спортсменов Петроградского района. Получить льготу может любой желающий. Ограничение распространяется только на количество билетов, не более 3 в одни руки. Наибольшее количество билетов поселок Орехово. Это поселок и лыжня там пользуются наибольшей популярностью среди жителей Приморского района. Билеты расходятся очень быстро, очень много желающих. Хоть у нас и ограниченное количество билетов на руки выдается, тем не менее, за день, за два билеты расходятся полностью. Лыжные стрелы в этом году запустили с 8 января. Поезда отправляются с Финляндского и Московского вокзалов раз в неделю и будут курсировать вплоть до середины марта. Чтобы бесплатный билет достался наверняка, можно его заранее забронировать. Для этого необходимо позвонить в районный отдел спорта. Для тех же, кто не хочет уезжать из города, трассы проложат в парке 300-летия, Удильном и поселке Ольгино сразу, как выпадет достаточно снега.